Друзья, всем привет! Канал 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Канал обо всем, друзья. Сегодня мы вам покажем и расскажем про гирлянды. Гирлянды елочные, электрические. Вот у нас есть вот такая коробка. Мы в эту коробку, естественно, будем складывать остатки гирлянд. Репейр еще называют. То есть это для ремонта. То есть то, что было разобрано на запчасти с целью дальнейшего восстановления, добавления и ремонта других гирлянд. В первую очередь я, конечно же, начну с плафончиков, а разных гирлянд. Вот. Все это в маленьких-маленьких мешочках, пакетах. Отсортировано, и вот первое то, что я вам хочу показать, это вот такие, скажем, плафончики, снежинки. Вот, это одна из разновидностей. Вдруг кому понадобится, это целый пакет этих гирлянд я вам покажу. Посмотрите, вот это у нас вот такие снежинки. Есть у нас другие снежинки, я сейчас вам покажу. Вот подготовлены они у нас вот такие снежиночки. Смотрите, несколько штук я вам покажу. Вот тоже небольшой пакет. Количество я не могу сказать. Ну, наверное, здесь на пол гирлянды штук 10, а может быть и 15 есть. Вот. Есть у нас и цветные. И цветные в том числе есть. Да, вот, смотрите. Цветные. Цветные. Вот вам синенькие. Хотите красненьких? Дадим вам красненьких. Нет, опять синенькие. Вот зелененькие вышли. А вот красненькие. Наверное, должны быть еще желтенькие. Ну, я не знаю. Здесь чуть поменьше. Здесь чуть поменьше. Этих гирлянд, этих плафонов. Штук, наверное, до 10. Но все равно это замечательно для тех, кто восстанавливает. Вдруг у кого-то поломался, кому-то надо, пожалуйста, пишите, мы вам поможем и подскажем разобраться. Вот еще тоже небольшой сет есть, небольшой пакетик. Здесь другие, совершенно другие. Смотрите, здесь вот такие. Вот такие. Есть поломанные немножко, да. Вот. Тоже небольшой пакетик. Ну, если задаться вот целью, значит, восстановить. Здесь есть что восстанавливать. Есть вот такие лампочки. Сейчас мы сначала с плафончиками разберемся. Да. Вот еще у нас. Еще снежинки какие-то. Это немножко другая разновидность снежинок. С отверстием посередке. Тоже штук 7-8 где-то. Вот. Двигаясь дальше, мы вам, наверное, все. Есть. Тоже вот небольшой пакетик. А здесь вот такие. Зизообразные.
тоже небольшой пакетик. Сейчас на ощупь я скажу, сколько. Да, тоже где-то около 10 штук. Вот. Я показал вам. Все, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Дальше что у нас? Ну и, наверное, мы с Пафончиком это дело завершим, друзья. Ну и двигаясь дальше, мы Пафончики из оргстекла посмотрели. Давайте будем смотреть дальше. Есть у нас остатки гирлянд. Очень красивые. Очень замечательные. Смотрите. Патрончики. Патрончики с проводами. Вот такие патроны есть у нас. О, замечательно. Да. Мы обратно упакуем. То почти то же самое. Почти то же самое. Тоже патрончики. Патрончики с проводами. А здесь разноцветные патрончики. Вот. А патроны здесь, если посмотреть, металлические. Вот. Ну, мы уберем, спрячем, да. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Дальше у нас вот такие патроны. Тоже металлические. С проводами. Может, кому надо. Вот, из той же серии. Из той же серии. Ну, скажем так, это разные были гирлянды. Ну вот, смотрите, да. Вот такое количество. А, патроны здесь металлические. И я думаю, что здесь патроны не просто металлические, они латунные. А, двигаясь дальше. О, да. Ну вот, очень красивые. Очень подрезанные уже. С прищепками. С прищепками их у нас здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. И шесть. И половинка. Ну, это вынимается, выкидывается. Да. Двигаясь дальше, мы у нас мы видим опять остатки гирлянд. То ли одна, то ли две. Нет, одна гирлянда была. Пожалуйста. С патронами. С металлическими патронами. Туда же. Ну вот. Это гирлянда, остатки гирлянды с патронами и с лампочками. Сейчас распакуем. Вот. Здесь можно собрать, восстановить несколько. Несколько можно восстановить, несколько гирлянд. А здесь патроны обрезаны.
Патроны обрезаны, надо будет припаять провода. Вот такая гирлянда. Кому надо, пишите, звоните. О, это здесь. Да, вот так вот. В одном пакете несколько гирлянд, а внутри еще пакет, в пакете еще пакет. Вот. Все это под установление. Давайте. Внутри пакета еще пакет, как я говорил. Здесь нет ничего. Здесь только кусок провода. С вилкой. Ладно. Это мы оставим. Дальше. Патроны разобраны. Чтобы было понятно, что это такое. Вот. Вот. Вот такие. Сами, скажем так, оболочка. А вот тут металлические. Металлические патрончики. Ладно. Дальше двигаемся. Дальше мы видим. Ага. А дальше мы видим. Смотрите, очень интересно. Прям здесь лампочки просто втыкаются. Здесь. Это отложим. Мне что-то не понравилось. Вот. Есть здесь еще. А, вот с лампочками. Ой, пожалуйста. Ну и почти мы закончили. Сейчас мы еще один фильм снимем. Вот. Такие, скажем, оболочки для гирлянды, для ламп. Ну вот, это вот так замотал. Скорее всего, я сам замотал, просто не помню. Вот. Туда же. Ну что ж, друзья, давайте мы перейдем к следующему, скажем, набору. Вот есть вот такие прищепки для, скажем, для гирлянд. Вот. Почти целый набор. Не хватает одной прищепки.
Ну, осталась у нас вот такая гирлянда. Ага. Ну, они были на прищепках. А некоторые прищепки сломаны. Некоторые прищепки целые. Вот. Ну, вот так вот. Где-то вот так вот. Можете посмотреть. Ага. Был в черном мешке у меня. Я его обратно засовываю и сюда ставлю. А, друзья, еще раз напомню, что мы находимся на канале Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Канал обо всем, друзья. Подписывайтесь на этот канал, будьте на нем. Благодарность людям, которые подписались, смотрят и поддерживают канал. Берегите, друзья, себя, своих близких, не болейте. И до новых встреч на канале. Всем бай-бай. До новых встреч. До свидания.